Анатолий Пахомов пригласил к диалогу руководителей всех здравниц курорта. Они в первую очередь должны быть заинтересованы в том, чтобы гостям интересно было проводить время на побережье. Все санаторно-курортные учреждения примут участие в карнавале, а для этого им необходимо включиться в разработанную дизайнерами концепцию праздника. В этом году в шествии примут участие даже артисты госцирка. По задумке организаторов, сочинский карнавал понравится и горожанам, и курортникам. Мы туристический город, мы столица курорта в России. У нас без вот этих событий, достойно проведенных, ничего не получится. Нам надо четко выполнять все меры по продвижению курорта и не останавливаться ни на минуту. Все время этим заниматься. Праздник намечен на 30 мая. Еще достаточно времени, чтобы все здравницы курорта продумали, как представить городу свое курортное учреждение.